достаточно хитро. Она, хотя здесь и под вторым номером, но обычно ее школьники решают мучительно трудно, а иногда вообще не решают. Сколько не весит. Есть квадратная таблица, заполненная числами. Все ее строки разные в том смысле, что отличается хотя бы в одной позиции. Итак, в квадратной таблице все строчки разные. Докажите, что можно вычеркнуть один столбец так, что все равно после вычеркивания этого столбца строчки разные. Ну, давайте примем, скажем, 2, 8, 3, 2, 8, 5, 4, 8, 5, да? Важно, что нет строчки, которая в точности совпадает с другой. Каждые две строчки хоть в одном месте, но отличаются. Докажите, что можно какой-нибудь столбец вычеркнуть так, что все равно после этого все строчки будут отличаться. Но в данном случае можно спокойно вычеркнуть вот этот столбец, и останется 2-3, отличается от 2-5, и отличается от 4-5. Да? Ну, конечно, не надо бессмысленно говорить про эту таблицу, потому что таблиц на свете бесконечно много. Надо в общем случае... Ну, как-то двух строчек сильно. Да. В чем они разные? Нарисуем такой мостик, в котором они отличаются, да? Понимаете, что это можно? Что верхняя строка, первая, самая верхняя и следующая, они где-то должны отличаться. Они, конечно, могут отличаться в нескольких местах. Ну хорошо, один мостик, по крайней мере, один мостик нарисовать можно. А вы каждый раз рисуете один мостик или несколько? Один. Итак, в каком-то из мест они отличаются, нарисовал мостик. Здесь в каком-то месте нарисовал мостик, здесь нарисовал мостик. Да, отлично. Так нарисовал n-1 мостик. Дальше. Всего 5 строк. Да. Да, найдется. Смотрите, как он хитрый. Он отметил места, в которых они отличаются. И после этого действительно вырезал столбец, в котором мостиков n-1 меньше, чем n. Ну как, решил задачу? Что-что? Могут быть это бог с ними. Важно, что он нашел тот самый столбец, который вырезал, и все строчки стать разными. Первый и последний, после этого не будет отличаться. Конечно. Спасибо, что вы нашли эту ошибку. Понимаете, его попросили, чтобы все строки были разные. А он проконтролировал, что первая отличается от второй, вторая от третьей, третья от четвертой, n-1 от n. А почему после вычеркивания этого вашего столбца первая строчка тут не совпадет с пятой? Вот именно задачу надо решать методом от противника. Просто, безусловно и обязательно надо эту задачу решать методом оперативного. Это первое. Второе. Что такое метод оперативного в данном случае? Предположим, что когда мы вырезаем первый столбец, то найдутся совпадающие строчки. Так? Когда мы вырезаем второй столбец, найдутся совпадающие. Вырезаем третий, найдутся. Так, вырезаем n, найдутся. Так вот, господа. Мостики надо рисовать, вовсе не те, которые нам рисовал Максим, а вот что такое. Когда у вас, давайте заново нашу таблицу, значит, вот у вас есть эта квадратная таблица, смотрите, она состоит из действительно n строчек, да? Вырезаем первый столбец, и как раз, 2, 3, 4, 5, 6, 8, да? 8. Вырезаем первый столбец. Скажем, я не знаю, при этом вторая строчка стала совпадать, ну, я не знаю, с какой, с седьмой, да? Так вот, рисуем эту стрелочку и пишем, что после вырезания
первого столбца вторая строчка совпадает с седьмой. Понятно там значение? Дальше. После вырезания второго столбца. Ну что там может быть? Ну там может быть все что угодно, но мы же не знаем это заранее. Ну, например, после вырезания второго столбца у нас, я не знаю, там, третья строчка совпала с четвертой. После вырезания третьего столбца у нас, скажем, первая строчка совпала со второй. После вырезания четвертого столбца у нас, например, вот эти две строки совпали. После вырезания пятого, и так далее. Господа, у нас получится сколько вот таких линий? N умножить на N высоту. Нет, постоянно. При вырезании первого столбца рисуется одна линия. А, вот это. При вырезании второго столбца, третьего, четвертого, сколько столбцов, столько и линий. Значит, у нас получится N линий. Согласны? А сколько у нас всего строк? N строк у нас в таблице. Отлично. Кто знает очень важное свойство графа, в котором вершин столько же, сколько ребер? Вот давайте я напомню, какие бывают графы. Есть так называемые деревья. Граф называют деревом, когда? В каком случае граф называют деревом? Когда от каждого элемента каждого можно добраться. Когда нету цикла. Конечно, молодец. Граф дерева, если в нем нет циклов. Ну, на самом деле это вполне правильно. Математические дерева называются связки графа без циклов. А вот картинка, которую я нарисовал, как называется слово из трех букв? Что бывает из деревьев? А? Лес. Лес, конечно. Если у вас несколько деревьев, то это называется лес. Это математический термин. Но дело сейчас не в этом. А дело в том, что если у вас дерево или если у вас лес, то каким свойством обладают количество вершин и ребер? Вот давайте посмотрим. У этого графа сколько у него ребер? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12. 12 ребер. А сколько у него вершин? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12, 13. Вы видели? 12 ребер, 13 вершин. Так, замечательно. А у этого сколько ребер? Раз, два, три, четыре, семь. У этого ребер 7, а вершин? 8. А вершин 8. Вот, ребят, есть такая просто закономерность, такой закон. В любом графе без циклов количество ребер непременно меньше, чем количество вершин. На самом деле это очень легко доказать, что в любом дереве количество вершин на одном. Самый такой простой способ это доказательство при помощи тряпки. Вы просто-напросто берете самую обычную тряпку, берете дерево и начинаете стирать. То есть вот, смотрите, я стер сейчас что? Вершину с ребром. Вершину с ребром, вершину с ребром, вершину с ребром, вершину с ребром, вершину с ребром. Каждый раз я стираю столько же вершин, сколько ребер. Что происходит с деревом? Уменьшается. До чего оно бы уменьшалось? До одной точки. Ребер уже не осталось, а вершина одна все еще осталась. Так вот, господа, значит, у любого дерева ребер на единицу меньше, чем вершин. Значит, у любого дерева, что у любого дерева? Ребер меньше, чем вершин. А у нас? 11. Значит, это не дерево. Ну и тем более не лес. Значит, есть цикл. Давайте-ка я сейчас изображу, как. И мы поймем, почему это в данном случае совершенно неприемлемо. Ну, давайте предположим, что вот у нас 2, вот это 1, вот это 4, вот это 3, как бы получить цикл. Ну, например, представьте себе, что вот это будет 5, хорошо? Это будет, значит, 1, 5, 2, а вот это вот давайте будет 6, хорошо? Все, господа, смотрите. 1, 5, 2, 6 и 3. Замечательно. Что бы мне нужно
я сейчас эти строчки возьму и переставлю в каком-нибудь более разумном порядке. Значит, объясняю. Вот здесь вот есть строчки А, Б, В, Г, Д, Е, Ё и Ж. Замечательно. 8 строк. Сейчас у меня здесь есть цикл такой. Напоминаю, цикл 1, 5, 2, 6, 3. Так вот, я сейчас делаю очень простую вещь. Переставляю строчки этой таблицы. Вот так вот, у меня, смотрите, у меня один, это шло от B к Ё. Замечательно, значит, я первой строчкой напишу B, после нее сразу напишу Ё. И здесь я нарисую один. Отлично. От Ё идет пятая, буквы Г. Идет пятая. Так, идет двойка от Г к В. Замечательно. Напишу здесь, поставлю здесь двойку. Дальше шестерка идет к букве А. Я раз за нее напишу здесь шестерку. И тройка идет от буквы А к букве Б. Значит, вот здесь вот у меня идет тройка. Давайте я остальные случаи даже писать. Хотя могу написать. Итак, Б, Ё, Г, А, В. Чего у нас нет? Ж. И чего еще? Д. Д. И чего еще? Еще Е, да. Вот они, другие строчки вполне остались. Е, Д, Ж и вот эти. Да? Замечательно. У нас здесь возник вот этот цикл. На этом я остановлюсь. И надеюсь, что кто-то все-таки решит задачу. У нас с вами имеется табличка. Мы знаем, что после вырезания... Да, ребята, еще сразу скажу. Вот здесь вот написано 1, 5, 2, 6, 3. Но вообще-то столбцы можно совершенно спокойно переставлять. Поэтому нечего мучиться с такими обозначениями, иначе вы запутаетесь. А давайте мы сделаем так. Это будет во втором, это в третьем, это в четвертом, а это в пятом. Повторяю, столбцы очень легко перенумеровать. И эти буквы тоже на самом деле можно вполне там, неважно, какие буквы, там напишите здесь 1, 2, 3, 4, будет понятно. В результате у нас с вами возникла такая задача. Есть таблица, в которой 5 строчек. При вырезании первого столбца начинают совпадать первая строчка со второй. При вырезании второго начинает совпадать вторая с третьей. При вырезании третьего, третья с четвертой. При вырезании четвертого начинает совпадать четвертая с пятой. А при вырезании пятого столбца совпадает четвертая, извините, совпадает пятая с первой. Задача – доказать, что такого не бывает. Это очень легко. Это уже просто задача на разумность общую. Есть цикл. То есть мне нужно, чтобы вы сумели получить противоречие, рассматривая этот самый цикл. А уж какой он длины будет? Это да, что ли? Может, цикл вообще не будет, потому что мы убираем первый ряд, когда у нас второй начинается подать сюда. Да. Потом мы убираем второй, и он будет существует, он начинает подать сюда. Не, ну первый при этом восстановили. Когда мы убираем второй столбец, то первый столбец у нас уже восстановился. Это не то, что мы подряд вырезаем, вырезаем, вырезаем. Значит, очень... То есть я вам уже все рассказал, по сути. Вы сейчас просто как-то запутались. У меня предложение. Давайте я с самого начала еще раз повторю. Просто я боюсь, что некоторые уже забыли условия задачи. Задача. Есть квадратная таблица. Это все понимают? Известно, что у нее все строчки разные. Это тоже понятно? Все строчки разные. Требуется доказать, что в таком случае есть такой столбец, что когда его вырежешь, то все строчки по-прежнему останутся разными. Предположим, что это не так. В таком случае, когда мы вырезаем первый столбец, то найдутся две совпавшие строки. Вырезаем второй столбец, найдутся еще две и так далее, и так далее. То есть для каждого столбца мы указываем и соединяем веревочкой две строчки, которые после вырезания этого столбца
конца совпадут. Говорим, что у нас получилось n веревочек. Строчек у нас n штук. Значит, должен возникнуть цикл. Понятно? При помощи перенумерации строчек и при помощи перенумерации столбцов цикл распутываем. И в результате возникает вот такая вот таблица. Боюсь, что вы действительно запутались, поэтому давайте я ее еще раз популярно так вот нарисую. Итак, таблица. Раз, два, три, четыре, пять. И столбцы. Раз, два, три, четыре, пять. В принципе, здесь еще можно идти. Вы должны просто как-то на естественном образе изобразить всю информацию. Если после убирания первого столбца совпадают, значит, вот здесь вот у нас что? Равенство. Отлично. Дальше. Выходите, сделайте. Проставьте все эти равенства. Надо просто изобразить на доске условия, и у нас все получится. После убирания первого столбца, если у нас совпадения будут, то должны выполняться такие равенства. Хорошо. После убирания второго столбца должны совпадать вторая и третья строчка. Да. Господа, умоляю, в тетради это нарисуйте. Абсолютно понятная схема, то, что вам сейчас. Да, да. Да. Отлично. Да, и наконец. И дальше совпадает вот это. Нет, только совпадает не с чем? С первым столбцом. Я предлагаю сделать такую вещь. У нас вот это вот с первым столбцом. Раз, два, три, четыре, пять. После вырезания пятого столбца, смотрите, что у нас должно быть. У нас вот здесь должно быть такое же число, как здесь. Здесь такое же, как здесь. Здесь такое же. И здесь такое же. А вот эти числа... Должны быть разные. Ну, раньше, да, должны быть разные, потому что раньше-то они были разные, да. И что? Сейчас, а вот это строчки? Это строчки? Итак, здесь А, здесь А равно этому, равно этому, равно этому. Ну, да, конечно, равно. Это А. В этом столбике у нас все числа равны А. А проверяйте в дисках. А вот это А не равно этому. Не понял. Как-то А может не равняться А. Буквы, вообще-то, когда используете эти буквы, то вы их используете именно для того, чтобы показать, что это то самое число. Я специально, после вырезания последнего столбца у вас первые и пятые строчки должны совпасть. Значит, здесь А и здесь то же самое А. Нет, нет, весь первый столбец это А. Во второй ячейке А и сказать то, что просто первые две строки полностью совпадают из этого ячейки. Все, у нас проблема. У нас проблема. У нас должно быть не равенство в этом месте, а у нас получилось равенство. Ребята, это задача про очень простую вещь. Когда у вас есть равенство, то не может быть, что вот эти числа не равны. То есть, когда у вас есть вот такая вот цепочка, то числа, которые по краям, они тоже обязаны равняться. Не может быть, что здесь везде равно, а вот здесь вот равно. Так не бывает, да? То есть у нас по кругу стоят и везде не могут стоять по кругу числа, что везде равенство, а только в одном месте не равенство. Поняли?